Какие здания в Баку построены армянскими архитекторами? Сегодня трудно поверить, что в создании градостроительного наследия Баку приняли большое участие армянские меценаты и архитекторы. Однако факт остается фактом, в столице много зданий, построенных талантливыми армянами. Филармония Азербайджана, общественный клуб, история этого сооружения начинается в 1907 году, когда старейшины Баку решили создать летний клуб общественных собраний в городском саду. Они обратились с просьбой в городскую дому строение должно было вписаться в окружающий ландшафт и стать настоящим произведением современного искусства. Архитектор Габриэл Термикайлян даже посетил Монте-Карло, знакомясь с заокеанским зодчеством. С 1910 по 1912 год было возведено красивое здание с выразительной композицией, своими террасами и верандами, напоминающие итальянский театр эпохи Возрождения. Помещение это быстро стало местом досуга бакинской элита. С приходом советской власти функции дворца изменились. Заметили, что в здании прекрасная акустика. Так началась вторая жизнь дома. Теперь это была азербайджанская государственная филармония. В 1937 году провели реставрацию и присвоили ей имя Муслима Магомедовича Магомаева, деда и полного тески всеми любимого советского исполнителя. Вторая реставрация началась в 1996 году и только в 2004 прошло торжественное открытие Дворца музыки, представлял новую эпоху бакинец Мстислав Ростропович.